Жители вторчермета и сортировки дошли до главы Екатеринбурга. Сегодня они отнесли в мэрию подписи в поддержку отмененного 024 маршрута. Уже удалось собрать больше 1000 автографов. Но тех, кто за возвращение популярного автобуса, в разы больше, уверяют активисты. Многие жители сортировки работают в районе железнодорожного вокзала, работают в управлении железной дороги. Сегодня вот на меня вышли работники энергетической компании, которые на Ельцина 1, то есть по улице Ельцина, Челюскинцев, сейчас не идет ни один маршрут. К представителям микрорайонов, которые раньше связывал 24-й, присоединился и городской союз ветеранов. По словам пенсионеров, ездить с пересадками, на чем настаивает мэрия, им тяжело. Напомним, отмена двух автобусных маршрутов – лишь старт масштабной транспортной реформы в Екатеринбурге. Ее цель – убрать дублирующие направления. Однако, по словам активистов, исчезнувшая 24-ка – единственная возможность уехать, к примеру, с керамики из Заречного или же без пересадок добраться до социально важных объектов города.